Один з самых старажытных гарадоў краіны адзначыў юбілей. Слуцку споўнілася 900 гадоў. Да свята мясцовыя жыхары падрыхтаваліся грунтоўна, і справа не толькі ў вонкавым упрыгажэнні. Горад вярнуў свой брэнд. Аднавілася вытворчасць знакамітых слуцкіх паясоў. Для жыхароў горада і турыстаў ладзілі маштабную забаўную праграму, канцэрты, выставы і горад майстроў. Але найбольш гледачоў сабраў рыцарскі фестываль. Символично, что год культуры подарунком для города стал помник Анастасии Слуцкой. Наш корреспондент Александр Харовец так само наведал свято. От старажитных часов до сучасности святочное мероприемство открыли грандиозным парадом. Историчный экскурс начала сапраўдная Анастасия Слуцкая. После наведывальники свято убачили досягнение родного города. Слуцк – один из 30 белорусских городов, которые згадываются в старожитных рукописах. Вядомы, что с початку 12-го стагодия город после отримания Магдебургского права стал значным гандлевым и культурным центром, яким является и сегодня. Сусветную вядомость Слуцку принесла мануфактура. Ткацкие выробы с шалковых, золотых и сребных ниток стали брендом Беларуси. И сегодня традиции слуцких мастеров не забытые. Зараз, когда мы проводим мастер-класс, подходит много людей, которые помнят давнейшие косы и помнят ход их работы. И когда я вот начинаю ткать, я все это вспоминаю, потому что тут, в принципе, все, что я самое, что на великих костях. После исторического экскурса свято хлынуло на площадь, в улице и у скверы города. Милости просим каждого до нас в гости. Заходьте худшей, заходьте, коли ласка, частуйтесь, фотографуйтесь. Майстерство и щедрость слуцкой земли демонстрировали на вязковых подворках. Побач разгорнулся и город майстров, где каждый мог себе выковать монету на счастье. Загадывайте желание кто-нибудь. Вот такие монетки получаются у нас. Очень быстро, на счастье, на удачу, на везение. А на Слуцком замчище рыцары разгорнули свой лагерь. Спаборництво и лучника, виртуозное выступление. Рыцаров с мячами, булавами, бервенями. Гости свято смогли не только наяву убачить историю родного краю, але и сами поудельничать в средневековых традициях и танцах. Якое ж свято без подарунков? У историчном центре Слуцка открыли бронзовый помник Анастасии Слуцкой, заступница одного из старейших городов Беларуси. Мы построили в парке городском фонтан, дворец бракосочетания практически на выходе, что тоже будет случайным хорошим подарком. Обновили центральную улицу, я имею в виду асфальтное покрытие. Жыхары Слуцка упэўнены, нягледзячы на сур'ёзны юбілей, і город зусім малады. А новую сторонку у яго жыцці напишуць будучыя пакаленні. Тым больш, что зусім хутка тут открыюць і новый дом шлюбаў. Александр Харавец, Дмитрий Чумак, агентство «Теленавін».